Глава региона в ходе встречи с общественным советом и депутатами областного маслихата сообщил, что за полгода наблюдается положительная динамика практически во всех сферах. В регион удается привлекать все больше инвестиций, что способствует росту бюджета и качества жизни населения. В области также с помощью поддержки государства решают проблему обеспеченности жильем, повышают качество медицинских и образовательных услуг. С начала года экономика региона идет на подъем. Хороших показателей удалось достичь с помощью привлечения инвестиций. Реализация инвестиционных проектов находится на особом контроле. На сегодняшний день в области создан пул из 52 проектов на сумму более 1,8 триллионов тенге. Создано около 8 тысяч новых рабочих мест. В Кустанайской области на территории индустриальной зоны ТО «Камлит-КИЗ» ведется строительство чугунолитейного завода, а также завода по производству главных передач ведущих мостов для грузовой техники. Благодаря запуску данных заводов в ближайшие два года будет создано около 700 новых рабочих мест. Также планируется реализация третьего проекта, направленного на углубление локализации производства балки ведущего моста грузовых автомобилей. Благодаря этому проекту уровень локализации производства данного вида продукции на территории РК составит 70%. Помимо индустриальной зоны, в регионе активными темпами развивается инфраструктура. С начала года построено и введено в эксплуатацию 239,5 тысяч квадратных метров жилья с ростом на более чем 6%. В 2022 году на реализацию программы «Нурлы Жер» выделено более 21 миллиарда тенге. Как отметил глава региона, в этом году планируется увеличить темпы работы, построить свыше 450 тысяч квадратных метров жилья. Для обеспечения жильем молодежи мы запустили программу совместно с Отбасыбанк льготного кредитования «Жаш Шанрак». 24 августа планируем в Дворце молодежи подписать уже старт дать. Очень выгодная программа. Она сегодня действует только в четырех регионах страны. Это два больших города Нур-Султан и Алматы и Карагандинской и Жамбылской области. Мы пятые. В этом году 50 семей будет обеспечено. Все условия здесь вот показаны. А следующий год мы планируем не менее 100 семей молодых до 29 лет, чтобы участвовали в данной программе. Для того, чтобы снизить отток населения в отдаленных сельских глубинках, решают не только жилищные проблемы, но и строят новые школы. Финансирование сферы образования в текущем году составило практически 150 миллиардов тенге. Продолжается строительство трех школ на 5,5 миллиардов тенге. Проводятся ремонты 105 организаций образования на 6 миллиардов 700 миллионов тенге. Благодаря проводимой комплексной работе наблюдается положительная динамика по качеству знаний, результативности учащихся в международных исследованиях ПИЗа и предметных олимпиадах. Так качество знаний за один год увеличилось на 7%. Рост наблюдается не только в экономике, но и в сфере культуры. Акиматом Кустанайской области утвержден областной план мероприятий по празднованию 150-летия Ахметова Турсынова. Реализуются масштабные инфраструктурные проекты по улучшению жизни и социального положения жителей Джангельдинского района, где родился Ахмет Байтурсынов. В этом году отмечается 150-летие великого просветителя, педагога Ахмета Байтурсынова. Скажите, как готовятся встретить эту знаменательную дату в нашем регионе? Главная задача не просто там провести мероприятия, установить юрты, праздновать там скачки, спортивные мероприятия. Главная задача, что будет после проведения данных мероприятий. Постпраздничный период, если точнее сказать. То есть пост. Что получит население? Какое будет развитие дальнейшее? Жангельда районный центр, через 150 километров после Амангельда. Музей сейчас реэкспозиции Ахмета Байтурсынова Мырзахабдулатова. Это просто слово «экспозиция», это полностью обновляется. Каркас оставили старого здания, окна выкинули, все новое, отопление, системы, все новое. Реэкспозиция, новый музей. В ближайшее время начнем Шахшах Жанабека музей. Тоже он там 40 лет почти за дня открыт, или 30 лет не ремонтировался, тоже будет реэкспозиция. Памятник будет установлен, открываться будет 4 числа, 25 августа уже будет готов новый памятник. Из бронзы Ахмет Байтурсынову Мырзахабдулатову. Раньше он был из бетона там. На особом контроле в регионе здравоохранения финансирование сферы медицины в текущем году составило 85 миллиардов тенге. Ведутся ремонтные работы на 14 объектах.
На приобретение медицинского оборудования выделено 3,2 миллиарда тенге. Оснащенность медицинской техникой увеличится с 86 до 90%. Владислав Иващенко, Манарбек Касколов, телеканал «Костанай».